стопу тянешь, колено тянешь, результаты у тебя, в принципе, очень даже приличные. То есть ты выходишь после тренировочного цикла на соревнования в отличной форме и должна, на мой взгляд, в тройку призеров войти в любом случае. Так что, в принципе, все хорошо. Папа, нам надо ехать в город! Саша, так обстоятельства случились, что надо уезжать. Ты будешь тренироваться сама.